Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует канал «Магия. Полезные советы». Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Сегодня поговорим об оберегах для привлечения благополучия и достатка в ваш дом. Что повесить над дверью вместо подковы как оберег для привлечения благополучия и достатка в ваш дом? Существует масса вещей и предметов, которые могут быть оберегом для привлечения благополучия и достатка в ваш дом. Что же повесить над дверью вместо подковы как оберег? Одним из самых сильных оберегов на удачу считается именно подкова, и ее, согласно традициям и поверьям, нужно вешать именно над дверью. Потому что считается, что таким образом ко всем домочадцам придет удача, богатство, изобилие. Но уже прошли те времена, когда люди держали лошадей. Поэтому сегодня существует в нашем современном мире масса других вещей, которые могут быть оберегом для привлечения благополучия, достатка и изобилия в вашу жизнь. Что же за это за вещи? Веник. Это веник, и речь идет не о больших вениках, которые нам нужны для уборки, а именно о декоративных вениках. Их можно купить в каких-то сувенирных магазинах. Лучший вариант, если вы сделаете самостоятельно его. Так как считается, что в зависимости от того, как вы украсите веник, так он и будет привлекать изобилие, достаток и отгонять негатив. Также, если украсить сувенир сухими ягодами, то таким образом вы привлечете в дом достаток. Ну а если повесить такой веник с мешочком с солью, то он будет отгонять злых духов и недоброжелателей. Что же еще можно повесить над дверью? Мешочек со скорлупой над дверью. Можно повесить мешочек со скорлупой, именно от пасхального яйца. Считается, что он будет действовать до следующего праздника Пасхи. В ткань нужно будет завернуть измельченную после праздника скорлупу, затянуть ее веревкой и повесить над дверью. Каждый год такую скорлупу нужно будет заворачивать в ткань остатки от яйца и закапывать. Монеты. Можно повесить монеты. Этот оберег вы можете приобрести в магазине или даже сделать своими руками. Вы знаете такие китайские монеты, в которых проделаны дырочки? Они обязательно должны висеть на красном веревке, так как считается, что такой оберег над дверью поможет в привлечении богатства. Если вы строите дом или делаете ремонт, то положите монеты под коврик или закопайте у порога. Так это поможет быстрее завершить все ваши строительные работы. Булавки. Также достаточно хорошим, сильным оберегом считаются булавки. Такие предметы подойдут тем людям, кто боится сглаза, порчи и проклятий. Кроме того, такой оберег можно сделать еще и тем, кто находил около своего дома подклад. Возьмите 4 булавки, промойте их святой водой, а после заверните в любую ткань и повесьте над дверью. Если человек, ваш недоброжелатель, попытается навлечь на вас порчу, то она вернется ему в двукратном размере. Используйте наши советы, наши рекомендации. Делитесь информацией, делитесь полученными знаниями со своими друзьями и знакомыми, делитесь ссылками в различных тематических группах в соцсетях. Чем больше людей знают о том, как стать хоть чуточку успешнее и счастливее, тем лучше для всех. Благодарю за просмотр, подписывайтесь на наш канал, будьте с нами, а также ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Всего доброго, до свидания.